Центр обслуживания населения Сузакского района ежедневно обслуживает до 200 человек. В учреждении строгий масочный режим. У входа в здание дежурит сотрудник, который меряет температуру и обрабатывает руки граждан антисептиком. В первую очередь проверяем всех сотрудников ЦОНа перед началом работы, благо и наши посетители начали с пониманием относиться к этим мерам. Вход в здание без масок запрещен. Сотрудники напоминают также и о социальной дистанции. Сегодня посетителей меньше, чем обычно. Нас сразу просят соблюдать дистанцию. К тому же очередь здесь электронная, что, я думаю, важно в нынешней ситуации. К санитарным требованиям в учреждении относятся со всей серьезностью, уверяет руководитель ЦОНа. Имеется месячный запас антисептика. Каждому сотруднику выдаются маски. Антисептики и маски выделяет нам госпредприятие «Инфоком». Масок должно хватить на 2 недели. Однако некоторые сотрудники утверждают, что маски они приобретают за свой счет, что поставило под сомнение слова руководителя ЦОНа. Учреждение начало работать месяц назад. ЦОН оказывает около 30 видов услуг. Условия как для посетителей, так и самих сотрудников на высоком уровне. Отметим, на сегодняшний день в Сузакском районе проживает более 300 тысяч человек. Улан Касенов, Нуркас Абдрахманова, Осман Улам Садыр Улу, Алмаз Сатаров, Алатау 24, Джалалабадская область.